В Якутск прибыла член рабочей группы Общероссийского народного фронта Светлана Калинина. Вместе с членами регионального отделения ОНФ и представителями окружной администрации она посетила ряд проблемных жилых домов в Якутске в рамках реализации программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Сложившаяся ситуация, когда признание аварийным необходимо строительной компании, чтобы возвести очередную новостройку, и поэтому дом признают аварийным. Или другая ситуация, когда дом с явными признаками аварийности не вносит в программу, возмутила гостью. Она пообещала довести все проблемы граждан до президента Российской Федерации. Мы сегодня говорим, что сама межведомственная комиссия была сделана с нарушениями. И мы будем говорить, что это неправильно, и мнение граждан. Их даже не уведомили о том, что придет сюда межведомственная комиссия. Они внешне по контуру, значит, прошли, посмотрели квартиры, дома внешне, и приняли за людей решение. Вот это абсолютно не президентский подход, и вот это абсолютно не в интересах граждан. И такое развитие территории никому абсолютно не надо. Поэтому Общероссийский народный фронт поэтому и включается в эту работу. По людям ходить никто не будет. Однозначно будет эта ситуация донесена до президента, и однозначно будем решать и проверять все нормативки. Отметим, что в планах рабочей группы ОНФ посещение еще нескольких проблемных адресов и дворовых территорий. Также планируется выезд в село Хатасы, где сносятся дома, попавшие в охранную зону магистрального газопровода.